утро, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые телезрители утренней почты! Максимочка, ты мне ничего не хочешь сказать? Здравствуй, Аллочка! Доброе утро! Все? Ну, как, хорошо выглядишь, классная прическа. Ой, подлиза, точно что-то натворил. Ты мне лучше скажи, где тебя носило все утро? Как, я ж по магазинам ходил. Ай-яй-яй-яй-яй. А что, да? Да не смеши ты меня, ты... Когда ты вообще последний раз в магазине был, а? Я только и мотаюсь. Ты помнишь, один раз сходил и магазин с Третьяковкой перепутал? И там еще чуть не купил квадрат Малевича. Черный? Черный. Ну как, я же вообще хотел, чтобы он прикрывал пятно у нас на кухне. О, боже мой. Какой ты умный. Не спрыгивай с темы. Ну хорошо, ладно, от тебя ничего не утаишь. Нет. Ой, просто позвонил Басков, попросил помочь ему выбрать новую машину. Потом мы поехали на дачу к Буйнову пострелять по банкам из ружья. По банкам? Да. Слушай, прекрати прикрываться друзьями. А что такое? Буйновым, Басковым, а то я их быстро всех поразгоню. Опять ты меня обманываешь. Я же чувствую, я чувствую. Почему это я тебя обманываю? Я могу тебе доказать, потому что я точно знаю, что у Буйнова гастроли в Швейцарии. Так. А Басков на корпоративе в Норильске. Или ты хочешь сказать, что уже смотался в Норильск, сел в новую машину Баскова, вы поехали в Швейцарию и стали там стрелять из ружья с Буйновым по швейцарским банкам? Сдаюсь. Просто я подумал, Ал, если я скажу правду, ты же мне никогда не поверишь. Я был... В библиотеке. Правда? Что там в библиотеке? Боулинг открылся? Казино? Или что там, бильярд? Чего это вдруг тебя потянуло-то? Я честно был в библиотеке. У меня даже доказательства есть. Да, давай. Вот. Фобии человека? Да. Если ты себе и алиби приготовил, то значит действительно ты натворил что-то серьезное. Пока мы музыку послушаем, посмотрим клипчик, а ты думай, как оправдываться. Ал, ну правда в библиотеке был. Просто в последнее время я стал замечать, что начал бояться темноты. Вот решил посмотреть, что про это в умных книгах пишут. Оказывается, это ахлофобия. Представляешь? Так может тебе к доктору сходить? Нет, я бы рад, но у меня нозокомифобия. Что это? Боязнь больниц. Ой, не могу. Давай срочно к врачу. Какой ужас. Не выйдет. У меня драмафобия, боязнь уличного движения. Слушай, вот если бы ты не читал таких книжек, ты был бы здоровым человеком. А так, ну что это такое? Ну чем ты занимаешься? Это еще что? Я тут вычитал. Как тебе номофобия, боязнь мобильных телефонов, точнее, боязнь остаться без мобильного телефона, номофобия. Гленофобия, боязнь взгляда куклы. Представляешь? Гаргантофобия, страх перед телепузиками. Представляешь? Я уже не говорю о папофобии, что боязни это? Папа Римского. Да? Максим, прекрати, у меня от этого уже начинается какая-то... Извини, максимофобия. Давайте посмотрим.